Здравствуйте, вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня мы будем говорить о такой важной сфере нашей жизни, как электронные услуги. Сегодня у нас в гостях замглавы администрации города Чебоксар Алексей Маклыгин и директор многофункционального центра Чебоксар Алексей Черкасов. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Юрьевич, первый вопрос вам. Когда у нас в Чебоксарах появился многофункциональный центр и чем было вызвано его появление? Ну, наш многофункциональный центр появился у нас в городе 3 года назад. Его появление было вызвано такими общероссийскими, наверное, процессами, да, переход на новый формат взаимодействия органов государственной и муниципальной власти с населением, да, а это именно переход на, значит, оказание услуг для населения и переход, значит, на оказание данных услуг в режиме одного окна. И по всей России начали открываться МФЦ, Чебоксар был не исключением, мы один из первых регионов, да, в котором появился МФЦ. Алексей Юрьевич, за эти 3 года какие самые популярные услуги были оказаны жителям города Чебоксары? На сегодня наш МФЦ оказывает 141 услугу, государственную, муниципальную, но можно вывести несколько популярных, которые составляют, может быть, 80% всех обратившихся. Это, в первую очередь, заграничные, российские паспорта, замены их, получения. Постановка в очередь на улучшение жилищных условий, постановка в очередь на детские садики, получение субсидий по ЖКХ, пособий на ребенка, информация по поиску вакантных мест службы занятости. И, что интересно, появилась новая популярная услуга, которая, скажем так, набирает обороты. Это подача заявлений на получение универсальной электронной карты. Угу. Алексей Юрьевич, вот 3 года назад в обиходе в лексиконе жителей города Чебоксара появилось такое понятие, как принцип одного окна. Вот расскажите подробнее, что это такое. При открытии нашего городского МФЦ мы сразу ставили себе жесткую задачу. Не секрет, что многие регионы не сразу ее себе ставили. Это принцип одного окна. Где-то был принцип одной двери. Это когда в МФЦ, вновь созданной шикарной МФЦ, сажались чиновники. То есть представители ведомств, которые по своим стандартам, по своим правилам, по своему графику продолжали тот, скажем так, пагубный принцип общения с гражданами. В городе Чебоксары принцип одного окна – это взаимозаменяемые специалисты. У нас молодые красивые девушки с высшим образованием, которые оказывают весь спектр услуг. То есть 141 услугу, все они в состоянии выполнить, принять заявление, проконсультировать в любом окне. Это позволяет избежать очереди, позволяет получить полный спектр консультаций. И, что интересно, в одном окне при разовом обращении можно получить сразу несколько услуг. Есть примеры, когда молодая семья приходит ставить в детское образовательное дошкольное учреждение своего ребенка в очередь. При консультировании, при помощи наших специалистов встает улучшение жилищных услуг по программе «Молодая семья». Сразу пособие на ребенка оформляют и много разных таких направлений. Ну, как я уже сказал, популярность МФЦ у нас почему-то среди молодых семей. Сколько вот таких окон в МФЦ сейчас работает? Сегодня 23 окна, все они задействованы, показали свою состоятельность, и мы движемся к тому, чтобы это количество, конечно, расширять, увеличивать, потому что сегодня мы, скажем так, на пределе загруженности. Граждане за 3 с лишним года нас оценили, узнали. Сколько человек пришли к вам за эти 3 года? В ближайшие дни, я думаю, мы проведем акцию по чествованию 500-тысячного посетителя. 500 тысяч. То есть буквально в ближайшие дни мы, скажем так, какую-то круглую дату отметим. 500 тысяч человек обратились за 3 года в МФЦ. Это ведь и повышение качества жизни, и повышение качества услуг. Вот есть ли обратная связь у чиновников, как вот они оценивают работу МФЦ? Ну, безусловно, качество оказанных услуг населению для нас сейчас это задача номер один.
Для нас принципиально важно обратную связь получить от населения. Да? И вот сейчас все это у нас такие практики вводятся. Да? Кроме того, что, вот, допустим, в МФЦ с самого начала ведется, значит, отслеживается качество предоставления услуг. Я вас заверяю, да, то, что это достаточно высокий уровень удовлетворенности оказанными услугами от населения. Да? Вот. Но мы сейчас эту практику переводим и на все органы местного самоуправления, например, по городу Чебоксары, да, и в наших во всех структурных подразделениях, и даже в наших подведомственных учреждениях, которые находятся в процессе оказания муниципальных услуг. Вот. У нас сейчас мы вводим практику анкетирования. Да? Мы вместе с пакетом документов мы будем выдавать нашим заявителям, нашим жителям анкеты, да, и уже мы, у нас определенные места, установлены специальные ящики, где мы будем собирать, у нас уже определено специальное подразделение, которое будет отвечать за обработку, за анализ этих данных, да. Естественно, чтобы эти, ну, это мы не выстрелили в воздух, да, как говорится, да, чтобы эти данные все пошли с умом, с толком, чтобы они все были учтены в дальнейшей работе, вот, мы, конечно же, проведем полный анализ удовлетворенности, качества, там, профессионализмом тех специалистов, которые оказывают услуги, значит, ожидаемый эффект, да, от этой услуги и так далее. Все это мы изучим, проанализируем и сделаем соответствующие выводы. И, конечно же, скорректируем нашу работу в дальнейшем. Еще можно добавлю? В свою очередь, специалисты МФЦ, также независимые надзорные органы, проводятся внутреннее анкетирование посетителей МФЦ. Самая главная ответная реакция. Мы реагируем на пожелания граждан. В свете этого у нас появляются детские коляски, детская мебель. Посетители могут уже насладиться настоящим кофе. Бесплатно. Это все по пожеланиям граждан, пока платно. Есть большой спектр сопутствующих услуг, нотариус, юридические консультации, услуги IT-технологии, это сканирование текста, там ксерокопирование традиционное, услуги почты, банкоматы, терминалы. То есть это все те заявки, которые поступали во время работы МФЦ, да? Это все-таки гибкий инструмент, реагирует на ситуации сегодняшнего дня, на пожелания. В первую очередь мы выступаем на стороне граждан, заявителей, не на стороне чиновника. И еще хочу добавить тот вопрос, который в анкете не присутствовал, но я уже знаю ответ. Граждане перестали бояться чиновников. Мы знаем, что такое советский чиновник. Это недоступная личность, которую все уважали, почитали и боялись. Сегодня чиновник не боятся. То есть чиновник, он стал действительно сервисно ориентированным таким человеком, гражданином, который работает на тех граждан, которые его поставили на этот пост. А в МФЦ передана функция, скажем так, малоквалифицированная, но требующая усидчивости, затрат по времени. Это живое общение с гражданами, прием документов, которые вроде бы на первый взгляд совсем являются несложной такой процедурой функции, но в то же время в итоге общение государства с заявителем – это, вот, скажем так, звено в цепочке очень важное. Алексей Юрьевич, вы сказали ранее, что молодые к вам обращаются. Да? Но для тех, кто еще у вас не был, ну, может быть, не молодых там людей, да, кто привык к такому общению, как раньше все это было, как работает вот принцип одного окна, как это все работает? Вот я никогда у вас не была, мне нужно получить какую-то услугу. Мне сказали, идите в МФЦ. Страшное непонятное слово. Вот я прихожу, дальше что? Да, вы правильно сказали, кто-то привык, скажем, знает старые тропки, дорожки, которые вели ведомство, призывая их все-таки найти новые пути, которые более широкие, комфортные. Мы находимся в центре города, географическом, административном, политическом, вокруг три основных автомагистрали. Шагая доступность от остановок, работаем с 8 утра до 8 вечера без перерыва, в субботу работаем. Если нагрузка будет более усиленная, рассмотрим часы увеличения по нашей деятельности, по работе. Спасибо большое за беседу. Напомню, что у нас сегодня был разговор о многофункциональном центре и об электронных услугах, которые можно там получить и можно будет получить в будущем. У нас в гостях был зам главы администрации города Чебоксары Алексей Маклыгин и директор многофункционального центра города Чебоксары Алексей Черкасов. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания.